мной. Батя. Ты живой? По эсфинчику. По эсфинчику. Итак, всем привет. С вами Панков, Кокос. И сегодня солнечный Сан-Пауло. Уже вышел первый выпуск, как я сюда добрался. Отснято материала еще на несколько выпусков. Но незаслуженно, по вине нестабильного Wi-Fi и моей личной невнимательности, был забыт очень важный участник моего путешествия, без которого вся эта поездка не прошла бы нормально. Это мой рюкзак. И дальше в видео вы увидите, вот есть слово unpacking, а мне предложили вариацию unbagging. Ну, баг, сумка, все дела, ну, все это поняли. И я снял видео про то, что я беру с собой в поездку, и постарался сказать, почему я это с собой беру. А что я беру и почему, смотрите дальше. Итак, ребят, всем привет. Я сейчас в секретном помещении Fightwear. И сейчас я сделаю анпакинг своей сумки, которую я везу в Бразилию. Я покажу, что я беру с собой, объясню, зачем это нужно. Ну и просто поделюсь с вами своим опытом путешественника. БЖЖ такого бомжа. Сначала пару слов о самой сумке. Это чемодан из Икеа, и он топовый. Почему? Потому что он растягивается. Сюда влезает вообще все. В обычные чемоданы, которые вот пластиковые, вы как бы не можете запихать все, что хотите. Вы ограничены жесткими стенками. В икеевский чемодан полезает вообще все. Это моя лучшая контрабандная сумка. Итак. Первое, что у меня лежит здесь сверху, это мои тетради для записи. Я смотрю видосы схваток, разбираю техники и все это записываю. Например, вот это Халгард от Бушеши расписан. Схематично, а потом уже текстово расписана каждая техника. Это под схватки. Я на самом деле собирался вместо сна, поэтому я не помню, что лежит в этом пакете, надо заглянуть. В этом пакете у меня наколенники. В ноябре месяце я сильно травмировал свое колено, подскользнувшись на потном мате, поэтому я с собой беру целых 3 наколенника, ну, на всякий случай. Ну, вот это без комментариев. Мне когда его тоже давали, сказали, ну, без комментариев, как бы. Вы не поверите, да? Это книги. Я умею читать. Станислав Лем, Солярис. А вот тут, наверное, никто не ждал подвоха. Фридрих Энгельс, Антидюринг. В этих коробочках, коробочка, да, что-то есть. А я спросил у тренеров вот с ЦР Кости, что вам в подарок привезти. Они, ребята, скромные. Говорят, не надо нам ничего, типа, спасибо. Я думаю, окей. И привезу такой вот традиционный русский платок для их жен. Это платок Малахит от Нины Платкиной. Такой подарок для их женщин. Женщины довольны, мужики довольны и ко мне хорошо относятся. В принципе, все в плюсах остаются. Майка из Fightwear, Hardcore Training. Я специально берег до Бразилии, не носил. В своих ощущениях расскажу уже дальше в блоге. Это чемодан с лекарствами. Вот это все для животных. Ну, меня знакомые знакомых попросили принести лекарств. Вот это для кота. А это для меня. Против спазмов. Здесь антибиотики, обезболивающие, спиртовые салфетки для там, дезинфекции. Кстати, очень удобный пакет из-под кимоно Манта. Ну, реально, очень удобный, место экономит. Продолжая тему таблетосов, витамины Мицелвит от Саши Дзари. Потому что я буду тренироваться 3 раза в день, и мне нужно не поломаться еще сильнее. Саша сказал, что репутация своей участвует, что хорошие витамины. Я ему верю. Спасибо, Саша. Теплая кофта, чтобы ходить дома. Потому что дома не отапливаются, дома без утеплителя, вечером холодает, а простыть не хочется. Поэтому теплая кофта, чтобы ходить дома. Дождевик. Я еду в бразильскую зиму. Она, правда, выглядит как идеальное российское лето. Градусов 30, солнышко светит, птички поют. Но иногда зимой у людей идут дожди, как у нас, в принципе. Только дожди там потеплее. Чтобы не промокнуть, пока идут до зала, дождевик. Ну, это без комментариев, да.
набор намордников. Белые намордники, черные намордники. Меня заставили их с собой взять самолет. Так-то я не ношу. Без комментариев. Это была рекламная интеграция Fightwear. Вот это любимая, это любимая прям любимая команда. Тоже любимая команда. Лосины Ашгарды. Собственно, кимоно. Я же еду в кимоно заниматься. Одно я взял с собой белое. Второе мне недавно выдали. Вообще классное. Ну я прям доволен. Смотрите, вот предупредительная надпись панков, чтобы люди стороной обходили. И любимая команда нарисована. Беру с собой два кимоно. А еще это куплю на месте. Ну, чтобы красивые вещи сразу не раздалбливать. Я докуплю еще местных кимоног, ну и просто, чтобы успевали сохнуть. Вот я рассказал о том, что я беру с собой в Бразилию. Дальше расскажу, как я оттуда добирался и что вообще интересного по пути мне встретилось. Всем удачи! Собственно, вот такой, ну, по-моему, скромный набор вещей я беру с собой. Ребята, извините, очень вкусный кокос. Прям не могу оторваться. И в конце я бы хотел напомнить одну штуку, что это в первую очередь лайфстайл-блог, который не рассказывает о чем-то таком сверхуникальном, там, дико необычном и так далее. Это простой блог про то, как просто поехать в Бразилию, сходить на соревнования, погулять по городу. И мой посыл, наверное, всего этого, что это реально все достаточно просто. Стоит только делать определенные шаги, чтобы это получилось. Спасибо за просмотр. Ждите следующие выпуски. Будет много интересного. До новых встреч. Фигню вбахали, призывая народ чипироваться, вакцинироваться. В темноте встретишь, реально можно капитально, скажем так, удивиться. И не только удивиться. Собственно, вот. Причем здесь Бразилия, белый медведь или собака, я не знаю, но выглядит это как порядочный русский наркоман, ушатанный и со шприцом.